Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область?». Я Катерина Тригубова і я рада вітати в нашій студії гостя. Сьогодні це Руслан Жовтоножко, депутат Миколаївської обласної ради, член комітету промислової політики, транспорту та зв'язку. Вітаю вас, Руслане Олексійовичу, в нашої студії. Наша тема сьогодні – це проблеми транспорту. Тому що ми, як жителі міста Миколаєва, жителі області, ну майже кожного дня стикаємося з тим, що не все гаразд на наших дорогах. Будьмо ми водії чи ми пішоходи, але все ж таки стикаємося з проблемами і як їх вирішувати. Ну, можливо, знає Руслан Олексійович. Руслан Олексійович, давайте вот начнем с того, что действительно вы перечислите вот те проблемы, да, которые каждый день видите вы, видят ваши коллеги, и, естественно, у вас, как у человека, который непосредственно этим занимается вот в комитете, ну, наверняка уже есть какие-то мысли и действительно какие-то практические мысли, да, по тому, как их преодолеть, потому что, ну, любая проблема, если она есть, да, но она все-таки преодолевается. Ну, проблема, наверное, состоит в том, что на трех китах, можно так сказать, стоит эта проблема. Первая проблема – это культура поведения на дороге как водителей, так и пешеходов. И знание правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Это очень важно. Вторая проблема – это выполнение правил дорожного движения, которые предписаны тоже как водителями, так и пешеходами. Ну, если будут все выполнять, культурно вести себя на дороге, значит, у нас будет меньше проблем на дороге. Ну и третья проблема, которая существует, это качество наших дорог. Да, с начала года у нас качество дорог хотя бы центральных улучшилось, но еще много дорог, которые находятся в очень плачевном состоянии. И вот сессия, которая завтра в облсовете будет проходить, будут выделяться дополнительные деньги на ремонт наших дорог. Как в городе, так и в области. Это направление у нас как Казанка, как направление, так же как направление Кировоградское направление, где дороги просто не существуют. Да, действительно, вот я с вами согласна полностью, потому что вот у меня есть программа, ориентированная на громаду. Да, это ООНовский проект, местный развиток, ориентированный на громаду. Каждую неделю мы выезжаем в разных направлениях нашей области. Ну, и с каждой недели вот кажется, что у нас дороги просто исчезают. То есть вот от вторника до вторника какой-то кусочек уже он просто ушел. Ну, я знаю, что перебиваю вас, это правда, это болезнь, ну, в наших отношениях, вот что я говорил о культуре и о правилах дорожного движения. Ведь прекрасно все знают, что наши дороги строились еще в 70-х годах, где была грузоподъемность машин до 10 тонн. Сейчас они 40, 60 и до 100 тонн. Естественно, они этим что? Убивают наши дороги. Покрытие не предназначено. И ремонт, тот, что делается, он просто, они автоматически его скушивают, эти дороги. И как бы там с водителями не разговаривали, как бы ты им не рассказываешь, бесполезно. Работники ГАИ, которые сейчас там остались, выведены за штат, они как бы работают, они не справляются с этой проблемой. Как бы да, запрещают днем ездить, они все равно ездят, все равно они ломают эти дороги. И все эти ремонты уходят в никуда. И если учесть, что наши порты сейчас начали принимать больше зерна, там больше перевалочный пункт, то у нас это очень плачевная ситуация. А смотрите, вот я вам сейчас задам вопрос, которым задаются водители вот просто на улицах, да, и я слышала просто вот, ну, от своих знакомых вот такой вот вопрос, а как ты думаешь, почему, когда мы переезжаем в Херсон, а, это наши соседи, и там вот, ну, просто вот так вот, даже не надо, можно с закрытыми глазами, раз так, и все, и хорошо, нормально катимся, нормальные дороги в большинстве своем, там тоже есть, естественно, и внутренние дороги, которые в плохом состоянии, и сами херсонцы об этом говорят, но все-таки вот такие направления, скажем так, которые ведут там между областями, да, соединяют, все-таки они в лучшем состоянии. Да, Херсонская область, я, в принципе, где-то предугадываю, можете сказать, что Херсонская область, она меньше, да, нет. И вот им было бы легче, нет такого. Нет, я не скажу. А просто вы знаете, вот люди, которые вот этим занимаются, там чиновники, да, и даже от депутатов, если, ну, что ты хочешь, да, Херсонская область, она меньше, они, им легче. Ну, почему им легче? Если нет. Меньше, то, наверное, меньше денег выделяется. Я не скажу так. Так, я скажу, а скажите что по-другому. Эта проблема не вчера появилась, да? Это проблема, которая тянется десятилетиями. И кто-то раньше не дорабатывал с наших властей. Кто был губернатором, кто были вот предыдущие власти. Никто ж не делал дорогу, никто не смотрел, не уделял должное внимание, не делали, не влаживали туда деньги. Просто на сегодняшний день
Это вот тот момент, когда мы опустились дальше некуда, что Николаевская область в таком плачевном состоянии. И вот этой власти, которая сейчас есть, да, которая делает это все, ей очень тяжело, потому что средств и денег нету. И мы как депутаты, вот это перекидывание денег, выискивание, где бы найти деньги, чтобы отремонтировать дорогу, хотя бы отремонтировать. Не улучшить ее, не улучшить покрытие, сделать более современным, а чтобы отремонтировать, ищется то место, где вот в первую очередь, которую мы делаем дорогу, бросаем там Очаковское направление, там, кидается туда, где вообще дороги нет. А в это время это направление Очаковское, эти ямки превращаются с маленьких ямок в большие. Вот и все, нету денег. Эта проблема пришла, вот за многие годы она пришла к такому ситуации, и винить сложно. Так, значит, проблему мы перечислили, то, что нету денег, понятно, уяснили, знаем, очень печально. Вы пришли с документами, что-то в них написано такое, что, может быть, вселит надежду нашим зрителям. Мы переходим, мы отошли к тому, что качество наших дорог, но мы перейдем к проблематике безопасности как пассажиров, как пешеходов в общественном транспорте, которые и последние события, аварии, которые были у нас в городе, очень трагических. Как бы все мы есть пешеходы, все мы есть водители, все мы есть участники дорожного движения. Да, и вот каждый может оказаться в этой ситуации. И проблема тоже очень сложная, очень такая насущная, потому что как бы депутатом я зашел в конце 2014 года, как бы, когда вышел Тарас Кремень и вышел в Верховную Раду, я зашел депутатом. И где-то с февраля месяца я начал заниматься транспортными пассажирскими перевозками. И по этой проблеме я уже собрал пакет документов, которые все инстанции мне пишут, рассказывают, в чем проблема, почему все так у нас сложилось, почему у нас так плохо с общественным транспортом, почему у нас авария. Ну, будем говорить так, самая большая проблема — это то, что у нас непорядочные перевозчики, даже как так культурно сказать, не сами перевозчики, а хозяева этих фирм-перевозчиков. Потому что на всех ответах с прошлого года кабинетом министра было постановление о запрете проверок. Очень хорошее постановление для наших порядочных культурных людей. Но перевозчики оказались, фирм, довольно с этим не дружат и не гуляют. Я сделал запросы, и мне дали ответ, что у нас в городе существует 95 маршрутов. С этих 95 маршрутов, они практически все работают, и на каждом маршруте, если учесть, что у нас где-то работает от 20 до 25 машин, представляете, это где-то 1800 до 2000 машин в городе. Учесть, что с начала года у нас до 6 месяца увеличилось еще на каждом маршруте 3-4 машины, это где-то уже 2500 машин. Как бы никто не контролирует, потому что горисполком есть заказчиком перевозчиков, но он не может контролировать, как перевозят, как выполняются правила дорожного движения. Почему выходят, он не может контролировать? Потому что у нас кабинет ресурса? Министров запретил проверки. Ага, то есть и у нас горисполком не является проверять. Хорошо, а наблюдать они могут? Сделать какую-то статистику, выборку? Потому что когда есть нарушение, есть реагирование. Нет нарушений, нет реагирования. Вот у меня есть пакет документов по поводу наших перевозчиков, которые были за этот год нарушения. Там увольнение, наказание. Но факт в том, что у нас многие перевозчики не оформляют водителей. И мне задают всем вопрос, хорошо, как его уволили? Откуда его уволили? Если человек не работал, не числился, трудовая книжка не лежит у него. Он с этой маршрута пришел, у нас 95 маршрутов. Он переходит на другой маршрут. Все, как его отследить, если в трудовой книжке ничего не пишется? Я начинаю задавать вопросы. У нас может только контролировать, оформлен человек или не оформлен, только фискальная служба. Запрос в фискальную службу, они не дают нам ответа, потому что мы не имеем права. Это только судебное распоряжение, это если есть какое-то там правонарушение, только судья может решить, чтобы нам выдали эту информацию. Я задавал вопросы Укртрансинспекции. Она говорит, нас запретили, мы не имеем права выходить. Пишу заявление в ГАИ, которое еще работало у техотдел. Они мне дают ответ, довольно говорит, мы не имеем права заехать проверять на фирму выпуск машин. Мы знаем, что с 5 часов утра начинается выпуск, где проходят они техосмотр и проходят медкомиссию. Тоже ничего не делается, потому что говорит, а мы не можем зайти, нас выгоняют. А если мы зайдем, на нас пожалуются. Говорит, я не хочу работу потерять. Все, я знаю, что где-то из 100%, 70% машины никто нигде не проходит, никакую ни медкомиссию, ни техолит. Это даже невооруженным глазом видно. Это делается на коленке, на маршруте. Все, о чем мы можем говорить? О безопасности движения. Ведь почему случилось на проспекте Ленина и Дзержинского эта авария? Днем, почему?
Да просто потому, что у нас город перегружен машинами. Если в рабочую перевозку, вот если просмотреть статистику, в рабочую перевозку аварий практически не существует. Вот если просмотреть, вои взять. В основном идет статистика ДТП, вот с такими даже летальными исходами, это период, когда все в рабочий день там, с 10 до 2, до 3 часов. Почему? Потому что в это время все водители стараются набрать хотя бы хоть как-то одни полупустые, вот они и летают. И то, что водитель заявляет, что там как-то некорректно работает светофор, подождите, в день этот водитель проезжает через этот проспект 6 раз в одну сторону, 6 раз в другую сторону. Это каждый день. Но он уже автоматически знает. Просто получается, что он просто убегал или кого-то догонял. Или обгонял, потому что их, если несколько, кто первый на остановку заедет. И вот случилась такая ситуация. Никто, я же доведу. Просто я хочу, чтобы напомнить, у нас видео что есть. Получается, что водитель виноват. Никто с него снимает ответственности. Да, он виноват. Mm-hmm. И жизнь человеческую никто не вернет. Он поломал и себе судьбу, и тем людям, которые остались там без жизни или останутся калеками. Но мы почему-то забываем именно директоров фирм, перевозчиков. Ведь они же создали такие условия. Они же набирают каждый день машины. Я же говорю, что у нас машины увеличивается количество. Давайте вот мы эту мысль запомним, а нашим телезрителям и себе тоже мы напомним все-таки о той страшной аварии. У нас есть сюжет. Давайте вспомним этот трагический случай для того, чтобы сделать все-таки выводы и одной, и другой стороне. Пожалуйста. В результаті ДТП чоловік, якого відкинуло до бордюру, відбувся легкими травмами. Одна жінка в дуже важкому стані доставлена в лікарню, а ще одна, яку автомобіль переїхав усіма чотирма колесами, загинула на місці. Після наїзду транспортний засіб не зупинився, а продовжив рух. Водія повернули назад до місця ДТП свідки трагедії лише через деякий час. Женщина, я ж не ти ж готовий! Ти ж готовий! Ти ж на моєго дитя їхав долю секунди! Моє дитя залишилося живе, долю секунди! Як стверджував одразу після аварії сам водій, у нього начебто відмовили гальма, через що він не міг зупинити маршрутку. І хоча свідки розповідали, що чоловік летів на червоне світло, сам водій стверджував протилежне. А ви самі остановилися, чи що? У мене пропали тормоза. А чого ви одразу не остановилися? Як остановитися, якщо тормозів немає? Але, як показала експертиза з гальмами, автомобіля все було гаразд. Медичний огляд водія на предмет сп'яніння показав – він був тверезий. Водитель летел на красный сигнал светофора, для девочек был зеленый. Они начали переходить через дорогу ударной волной. Одну девочку отнесло туда под бордюр, вон там, где кровь сейчас. Парень отлетел вообще в забор, но он отделался легким испугом, ему просто на ногу наехали. А эта девочка попала именно как раз под колеса, и она просто под машиной кубарем просто летела следом. Вот прям под машиной как бы она летела. Стан постраждалої жінки вкрай важкий. Вона перебуває в реанімації лікарні швидкої допомоги. Прогнози лікарів невтішні. Хлопцю пощастило набагато більше. Його травми виявилися незначними. Зараз проводиться слідство за його результатами і встановлять остаточні причини трагедії. Ужасный случай, и самое главное, что сказать, что вот он произошел, выводы будут сделаны, и такое больше не повторится, невозможно, к сожалению, потому что тот процесс, который не происходит у наших перевозчиков, он как раз и толкает на такие вещи и, к сожалению, на повтор таких вещей. Что, по вашему мнению, можно все-таки сделать, как можно заставить вот в этой ситуации? Потому что вряд ли проверки разрешат, то есть если есть распоряжение законное, кабинета министров, то еще какой-то срок этих проверок не будет, но, к сожалению, нельзя же так вот сидеть, и ждать, пока там заработает разрешение на проверки. Я знаю, что на 31 число там в Фейсбуке, в соцсетях собирались люди, жители, выйти под администрацию, мэрию с протестом. А во сколько это будет? Может быть, кто-то на сегодня знаю, посмотрит? Я понимаю, что только общественность, только мы вместе можем изменить ситуацию, потому что у меня было желание провести рейд, помочь работникам ГАИ или там обратить, чтобы они обратили внимание, чтобы общественники провели, засняли, сколько в пунктах выхода с 5 часов утра прошло машин через диспетчера, через механика, через медсестру.
как бы, ну, нет у меня такой возможности. Общественники могут сделать. А потом, мы, чтобы им подошли с этим видео, и уже на маршруте, и показали, что вот смотрите, из 25 или 30 машин прошло там 2-3 машины. Где остальные? Потому что, когда гаишники приезжают днем проверять их путевые листы, они все нормально, они все отмечены. А мы же понимаем прекрасно, что водитель поднимается в 4-5 утра, ложится в 11-12 ночи. Все, он не успевает отдохнуть даже. Как бы у нас даже это не ведется. Вот все виноваты сами, кто организовывает перевозки. Именно маршруты, хозяева маршрут. И мне бы хотелось, чтобы не только водитель отвечал в данной ситуации, а чтобы с ним сел и директор этой фирмы, чтобы они отвечали вместе на скамье. Тогда они как-то задумаются, потому что, ну, нашли водителя. Ну, так, то, что его накажут или не накажут, не вернет тех людей, которых нет в живых. Или те, которые покалечены. Их никто уже не вернет. И в людей горе. Так что здесь я бы хотел бы обратиться к общественникам. Мы должны объединить усилия. Я очень прошу, выходите на меня. Мы готовы вместе, и мы вместе можем что-то сделать. Потому что только вместе мы можем как-то изменить ситуацию. Помочь нашим властям, которых не хватает времени или нет желания. Я не знаю, не хочу это комментировать. А надо что-то менять. И только мы вместе можем эту проблему решить. Вот только так. Ну, что могу посоветовать нашим телезрителям, действительно, кто является вот активным пользователем социальных сетей, особенно Фейсбука, может быть, есть какая-то группа, да, вот от кого эту информацию, потому что не у каждого в ленте. У меня, например, вот такая вот штука отразилась, да, меня пригласили на мероприятие, ну, какое-то такое интересное, может быть, это, а может быть, не то, что кто готов походить по оживленным перекресткам и вот составить свое мнение как опрос такой. Вот, может быть, это еще кто-то параллельно с вами задумался над этим. Ваше мероприятие, которое инициируете вы там, может быть, со своими товарищами, вот такой вот... У меня как депутата областного совета, у меня есть желание провести выход на маршрут, как они выходят, проверить, заставить, чтобы они все проходили медкомиссию, чтобы они все проходили эти водители, потому что водитель не должен больше 2 дней работать при таком интенсивном режиме. Они работают по 3 дня, некоторые по 5-6 дней. Понятно, что усталость накапливается, плюс жара. Они невнимательны на дороге, плюс вот эта гонка за деньгами, получаются вот такие ситуации. И если вот это мы не будем менять, не заставим фирмы-перевозчиков обращать на это внимание, у нас ничего не изменится. Так все-таки вот по этому мероприятию есть на Фейсбуке отдельная страница, это группа, или вы только планируете распространить? Это планируется, информацию? Можно находить меня как областного депутата, есть мои контактные данные, я готов сотрудничать. Потому и вы что есть на Фейсбуке, да? Ну, смотрят нас активно. Да, есть на Фейсбуке, я хочу, потому что я сам не могу, мне не хватает времени, а только если мы вместе, нас будет много, тогда мы сможем навести порядок. Потому что, понимаете, этот бизнес перевозок, это очень коррумпированный бизнес, который очень большие деньги там крутятся. И просто так их не победить. Только по законными методами, потому что у нас все запрещено проверять. А мы как общественники, я как депутат, мы можем обратить на это внимание и заставить их более выполнять четко. Смотрите, вы знаете, еще вот что тут у меня уже родилось, да, в процессе нашего разговора. Вы правильно говорите о том, что только вместе, да, своим неравнодушием, какими-то активными действиями в рамках закона, действительно можно эту ситуацию как-то вот изменить к лучшему. Но с незаконным у нас торговлей металлоломом борются общественники. С незаконной торговлей бензином у нас борются общественники. Да. Вы понимаете, о ком я говорю, да, кордон наш, который он очень активно и достаточно успешно, скажем так, действует. А с беспорядком, с мусором, за чистоту на улицах у нас тоже общественники. Власть. Вы являетесь представителем власти, да, от народа, самоуправления и так далее. Вы, в принципе, с одной стороны, облечены полномочиями, у вас есть ресурс, как у областного депутата, с другой стороны, вы все-таки ближе к народу. Государственные чиновники, насколько они готовы, вот вы видите готовность государственных чиновников поддерживать людей, которые хотят изменить ситуацию? У нас, в Николаевской области, будем говорить так, есть такие люди, и чем ближе к выборам, у них еще будет больше еще появляться желание бороться или создавать видимость, что бороться. Да. Ну, как бы есть объективные и субъективные, потому что чиновники немножко поставлены в рамки, у них нет возможности. Вот если брать горисполком, там техотдел, который отвечает за транспортные перевозки, их там 4 или 5 человек. Что они могут 5 человек сделать? Ну, по моим, я не могу сказать, сколько там. 5 человек сделать на 95 маршрутов. На 2000 машин. Если учесть, что на каждую машину по 2 водителя, сколько людей? Они не могут физически.
навести порядок. Мы должны помогать. Хорошо, им помогают общественники, они берут от них информацию. Да, ну получается, тогда в любом случае они связаны такими требованиями своими, да, профессиональными и специфическими, что они все равно ничего не могут сделать. Тогда, может быть, как бы пора задумываться над тем, что, допустим, вот та же отмена проверок, замечательное может быть решение, как вы сказали, да, для порядочных людей, для порядочных бизнесменов, к сожалению, которых... Ну, достаточно малое количество в связи с, вот, с той обстановкой и с тем менталитетом, который у нас на сейчас есть, да, вот, тогда, может быть, ну, стоит задуматься там, вот, кому повыше, да, что, может быть, рано еще вводить вот такие вот замечательные демократические меры, ну, пускай уже будут эти проверки. Если бояться, допустим, каких-то коррупционных действий во время этих проверок, ну, давайте усилим контроль, может быть, за теми, кто проверяет. Ну, невозможно же так, потому что, да, общественность, ну, выйдут, да, ну, снимут. Ну, будет вот, я не знаю, там невероятное количество этих гигабайтов снятых нарушений, да, этого видео. И что потом? Пока суд, пока... Я все равно чиновники скажут, извините, а у нас есть вот распоряжение, и мы ничего не можем сделать. Замкнутый круг. Ну, почему? Его можно разорвать, этот замкнутый круг. Смотрите, если будет много видео, много нарушений, тогда мы можем идти и заставлять и требовать... как от прокуратуры, то есть от это видео ГАИ, будет легитимно, от, да, да, но и будет мы будем требовать, в суде, да? Мы будем доказывать, чтобы этих людей убирали. Потом мы будем требовать от перевозчиков, чтобы они более порядочно выполняли наши законы. Вот и все. И потом, может, городская власть, будет у нее повод, чтобы лишить лицензии этому перевозчику и заключить с кем-то другим. И я так думаю, что мэр нам обещает и выполнит то, что у нас будет этот общественный транспорт, который коммунальное предприятие. Да, вот троллейбусы и скоро должны приехать. И если оно заработает, да? Это будет первый шаг к тому, что мы все-таки победили это. Потому что вспоминаем застойные времена, когда у нас было АТП, когда работали автобусы. Там была логистика. Сколько должно выйти утром машин, сколько должно в обед наполовину меньше, сколько выйти в рабочую перевозку. И автобусы должны ездить там до 10, до 11 вечера. Мы сейчас имеем с точностью до наоборот. Потому что никто этим не занимается, никто не может этим заниматься, никто не может проконтролировать. Невозможно. Очень тяжело. И мы как общественники должны, потому что мы понимаем, что власть еще не полностью очистилась. Еще очень много людей, которые там работают, но не на 100% выкладываются. Надо менять их. Только мы, власть, может, где-то ленивая. А, все-таки давайте вернемся к тому, кто вас поддерживает в вашей вот такой вот деятельности благородной, да, и направленной на улучшение ситуации. Из ваших коллег? Депутатов, да, и, возможно, какие-то политические общественные организации, и самое главное, вот те вот государственные чиновники, наши областные, городские, которые готовы и которые знают, что нужно делать, ну, которые не отступят. Вот есть такие люди? Ну, почему есть? И мэрия работает, и как бы у нас там, может быть, джинджерукой не складывалось, там какие-то там сотрудничества, но как бы его сейчас нет, есть новое руководство. Я думаю, у нас наладится, и будем мы сотрудничать, будем наводить порядок, будем помогать им. Так же самое облсовет, некоторые депутаты есть, помогают, но никто не хочет с этой темой связываться. Она очень такая, знаете, там, как болото, в которое, если... трясину попадаешь, вылезти оттуда невозможно. Там, наверное, как бы тяжело. Может быть, связей много, да, потому что все-таки... Связи, деньги. Связи, да, деньги. О чем мы говорим постоянно, слышим, что какой-то маршрут купил там родственник или знакомый родственника, или просто хороший друг, кум, сват, брат, и потом этот же маршрут, даже когда это выплывает наружу, а были такие, правда же, случаи, да. Неоднократно, то все равно ничего не меняется. Ну, может быть, он там перепишет еще на своего соседа или на какое-то, ну, подставное лицо, скажем так. А на самом деле вот фактически остается то же Все самое. Все то же самое. Вот поэтому общественность, под давлением общественности у нас и был Майдан, была революция. Только общественность. Только общественность. 2 минуты остается, еще 2 минуты. Надо что-то сказать все-таки, чтобы общественность наша не опустила руки, головы и не расстроилась, а все-таки восприняла ваши слова как к действию, да? Призыв, но в рамках закона. Я хочу пожелать нам безопасного движения, безопасной жизни на дороге, как пешеходов, так и водителей. И только вместе, только все вместе мы можем победить эту ситуацию.
Я прошу, чтобы общественники выходили, и мы вместе можем их победить, навести порядок на наших дорогах. Спасибо большое, Руслан Алексеевич, за то, что вы пришли к нам сегодня на нашу передачу. Приходите к нам еще, и я надеюсь, что когда мы в следующий раз с вами встретимся, да, то вот на эту же тему, вот пусть это будет та же тема, да, мы уже сможем сказать, что мы сделали, да, что-то было сделано вами, вашими коллегами, вашими единомышленниками и всеми нами, николаевцами. Спасибо вам большое. Шановні друзі, дійсно, я хочу звернутися до вас з тим, щоб ми були небайдужими до того, що відбувається. І були небайдужими не лише тоді, коли це трапляється з нашими рідними, з нашими близькими людьми, а й тоді, коли це чужі люди, але все ж таки вони наші земляки. І від того, як ми будемо ставитися до того, що відбувається навколо, оцей оточуючий світ буде таким, яким ми його будемо створювати. А якщо ми будемо мати бажання, якщо ми будемо робити так, щоб цей світ був навколо нас прекрасним, без перебільшення, то так воно і буде. Я бажаю вам цього небайдужості і прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.